отрезать. Вообще, внимание, пешеход, куда ты там летишь? Отпускай тормоза. Отпускай тормоза. Пешеход в красный горит. Поехали. Видел? Не тупи. Мы на дороге находимся. Это тоже маршрут. Знаешь об этом? Здесь мы не видим пешеходов, но видим знак. Поэтому притормаживаем, убедившись, что никого нет, продолжаем движение. Вот видишь, как мы незаметно с правой полосы перестроились в левую полосу. Справа едет машина. Уходи опять вправо. Не газуй, тем более вон красный горит. Видишь? Ситуация на дороге меняется ежесекундно. Ежесекундно. Ну ты меня поняла. А как нужно машину ставить, если я никак не обозначена эта парковка? Вот. Теперь поехали. Выбираем место для остановки. Что тебе мешает здесь остановиться? Ты бордюр сейчас видишь, нет? И когда ты руль отворачиваешь от бордюра, ты хотя бы в зеркало смотри. Смотри, как у тебя машина встала. На сторону встречной полосы смотрит. А там машина будет ехать слева от нас. А ты смотришь на бордюр, а руль у тебя влево уходит. Что на него смотреть? Поехали. Место для разворота. Задний поворотник. Блин, не делай так больше никогда. Меня точно побьют. Сзади ехала машина. Ты перед ней перестроилась, правильно? Угу. И не выключив поворотник, остановилась, значит. Да? А он-то что подумал, что ты перестроилась? Газуй, пожалуйста. Видишь? Все, приехали. Задний ход. Что это означает? Крути на меня. Ну. Крути, крути, крути. Зеркала смотри. Стоим. Поехали. Левый поворотник не забудь включить. Крути руль. Во. Во-первых, смотри. Мы перестроились. Не включив поворотник. С этим же поворотником остановились на разворот. Разворот мы не протянули, в итоге уперлись в бордюр, понимаешь? Так нельзя. Ты не ездила здесь? Нет. Теперь едешь. Выбираем место для остановки.
Во-первых, где поворотник? Поворотника не было. Выбираем место для остановки, ой, для разворота. Не спим? Не спим? Зеленый у человека. Пошли, пошли. Мы же завершаем маневр. Перекресток регулируем. Выбираем место для разворота. Вернешься. Вот честное слово, не хватит у нас расстояния. Мы только что также в бордюр влезли. Это остановка. Тут нет. Просто карман был. Карман был, но уже просто знак оторвали. Раньше это остановка была. И я прям знал, что это остановка. Прям видел. Учил, ругал. Не спеши. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Садись, два. Как видим? Остановка запрещена. Где мы в прошлый раз остановились? Там, где нельзя. Вот здесь мы остановились, еще и без поворотника, да? И заработали сразу 5 баллов плюс 3 без поворотника. 8 баллов, не отходя от кассы. Мы сейчас подпрыгнем. Вправо и посмотри в правое зеркало, чтобы... О, тормози, с ним шутить опасно. Хотя мы сзади, кстати, нас никого не было. Поехали. Знак 100 метров остановка запрещена на расстоянии 100 метров. Где мы можем остановиться? Через 100 метров. Минимум. Вот сейчас посмотри на двоечки, да, стоит? Двоечка, видишь, поездка, последняя цифра. Вот когда будет троечка, и то даже не когда троечка, когда четверочка, мы потому что не знаем, когда была эта троечка включилась. По-моему, я замерял, где-то уже вот напротив магазина мебельный интерьер, вот и 21-й там квартира, уже можно остановиться.
опять подъезжая к пешеходному переходу, слева мы видим, человек подходит с ребенком. Справа мы ничего не видим, только голову видим. Бежит мужик, что-то украл, походу. Да не, не украл, если бы украл, прям бежал бы. Вот. Смотрим еще внимательно. Все. Самое страшное, что в жизни сделать, это сбить человека. На перекрестке регулируем, направо поедем.